У памятного знака в районе села Никольское собрались летчики, чтобы почтить память своих коллег. Ровно год назад три пилота отправились в тренировочный полет для подготовки к авиафоруму. При заходе на второй круг произошло возгорание двигателя. События развивались очень скоротечно. Это привело к возгоранию элементов управления самолетом, в результате чего самолет потерял управление буквально через минуту 10 секунд. Все случилось в считанные секунды. После столкновения с землей самолет полностью сгорел. Все члены экипажа погибли на месте. Пилоты ценой своей жизни увели терпящий крушение самолет от населенных пунктов. Практически неуправляемый самолет нужно было перетянуть через жилые строения, через жилые дома. И я хочу сказать, что это удалось неимоверными усилиями. На месте крушения самолета и гибели летчиков установили мемориальную стелу. Сюда можно принести цветы, поклониться и почтить память погибших героев. Чтобы помнили жители, которые находятся здесь рядом, это и деревня наша, и старый городок, и то, что касается СНТ, находящиеся рядом, будут приходить на это место. А мы, как администрация, будем следить за благоустройством этой территории и будем ухаживать за этим знаком. Надо, чтобы помнили. За этой территорией будут ухаживать. Здесь планируют проложить дорожки, установить скамейки и освещение. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».